Самый волшебный и добрый праздник уже на пороге. Особенно его ждут маленькие саровчане. Новый год для ребят приближают взрослые. Ежегодно для горожан проводят торжественное зажжение огней на больших елях в парках. На праздник приглашают всех желающих. За что ты любишь Новый год? Что тебе больше всего в нем нравится? Из снега можно сделать снеговик. Дедушка Мороз, Снегурочка. А почему? Потому что они дарят подарки, веселье. Больше всего я люблю, когда приходит Дед Мороз. Подарки мне тоже нравятся, но больше всего я люблю, когда приходит Дед Мороз. Подарки! А еще? Дед Мороз. Каникулы больше всего. В этом празднике? Да. Ну, то, что всем приносят подарки. То, что новогоднее настроение. Снег падает, можешь снежки играть. Мне он нравится, потому что все родные и близкие собираются рядом. Вот. А чего еще интересного? Что в Новый год сбывается чудо. Первые огни на еле зажгли в детском парке на Сосино. Церемонию зажжения провели Дедушка Мороз и его внучка Снегурочка вместе со сказочными помощниками. Свети! Сияй! Громче! Гори! Насыщенную программу для горожан подготовили в праздничные дни. В новогоднюю ночь парк Зернова ждет гостей. Массового мероприятия не будет, однако с часу до трех горожанам будут доступны праздничные локации, фотозоны, а также большое чайное застолье с самоваром и баранками. Начиная с 3 января и по 6 включительно, ежедневно, в час дня и в 15:00 мы ждем на снежные фантазии. Будем водить хороводы, играть зимние забавы, петь песни. И, естественно, поздравлять друг друга и всех гостей парка с наступившим новым 2023 годом. В конце праздника все желающие могли сделать памятное фото с Дедом Морозом и Снегурочкой. Анна Перепец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.